Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы с вами находимся накануне Старого Нового Года. Только в нашей огромной стране есть возможность, особенно для тех, кто не успели или по каким-то причинам забыли встретить настоящий Новый год, они могут сделать это повторно, встретив Старый Новый год. И вот сегодня, в преддверии этого замечательного события, мы решили поговорить о прекрасном, о красоте во всей, так сказать, во всем понимании этого слова. У нас в студии Роман Мамедрзаев, ведущий топ-стилист международного класса, арт-директор студии красоты, победитель конкурса «Италия колористика». Ну и также мы еще узнаем, как он работал на всевозможных конкурсах «Миссис». Об этом чуть позже. Вот есть такая расхожая фраза: «Умеем видеть красиво». Вот что в вашем понимании на сегодняшний день красота? Существует ли, я сразу так, блок вопросов, а вы потом ответь. Существует красота отдельно мужская, отдельно женская или некая общечеловеческая красота? Давайте начнем сначала разбирать все женской красоты. Я объездил практически полмира, и я считаю, что, несомненно, русские женщины находят эту нишу самые красивые. Красота, правильно вы сказали, это понятие растяжимое. Очень. Кому-то нравятся брюнетки, кому-то блондинки, кому-то рыжие. Если вот, допустим, сравнивать Россию с другими странами, в России можно найти рыжую, коричневую, любую, белую, большую, маленькую, высокую, и низкую. И даже, извините, лысую можно найти. Все бывает, да, все бывает. Поэтому действительно у нас самые красивые женщины в мире. Я это всегда говорю, и я как бы неоднократно сталкивался с этим. И... А как же француженки? Вы знаете, к сожалению, в преддверии 2020 года и где-то начало с 2010 года старая Франция и старое понятие нами с вами Катрин Денёв и вот это вот неописуемой красоты француженки, к сожалению, оно ушло из Европы. И в данный момент это чуть-чуть пришла мода такая оверсайз. То есть мы не видим этих платьев, этих шпилек, этих распущенных волос. Это оверсайз, это какие-то растрепанные волосы, а я встала, с подушки пошла. То есть, если старая француженка, вот я буквально был в Париже где-то полгода назад, да, вы еще можете застать действительно элегантную, красивую женщину в пальто, стильную, в чулках. В смысле, да, да, действительно такое есть. Но, к сожалению, новые тенденции моды и женственность немножко... ушла из Европы, и больше присутствует такая андрогинность. Знаете, что это такое? Это мужчина и женщина что-то в одном лице. То есть стирается полость вот это. Я не совсем, конечно, это люблю. Я больше приверженец красоты 20 века, потому что родом я все равно из 20 века. И, конечно, это неописуемо. Ну, я скажу так, что недавно на YouTube мне предложили пройти голосование. Там уже тоже есть такой мужской пол, женский пол. Третий какой-то пол и другое даже есть. То есть каждый может выбрать все, что угодно. Вот эта универсализация, на ваш взгляд, для моды, для стиля. Ведь это же удобно, когда мужчина и женщина, в принципе, могут уже прийти в один магазин. Но ведь когда-то женщины украли у мужчин брюки. Безусловно, это возможно, когда женщина и мужчина приходят в один магазин. Но я могу разочаровать женщин. Все-таки ее мужчина будет смотреть на ту женщину, которая оделась в другом магазине абсолютно, в женском, и выглядит абсолютно женственно. И когда она идет, понятно, что чисто патологически, психологически мужчина будет обращать внимание на ту женщину, которая выглядит более женственно. Это уже у нас с генетикой передается. И это не я констатировал, это Зигмунд Фрейд констатировал. Ну хорошо, мы вернемся еще к европейской моде чуть-чуть позже, а так как мы находимся еще в таком новогоднем марафоне, ну, традиционно у нас восточный гороскоп, в чем встречать Новый год. Этот год, который 25 января наступит, год крысы, год металлической крысы. Всевозможные люди самых разных профессий, которые даже не имеют отношения к стилистам, к людям, которых можно назвать ценителями, да, моды, надевали всевозможную одежду, обувь, все что угодно, носочки. Сейчас на Новый год люди приходили в всевозможные торговые центры. Ну, все есть, от трусов и маек новогодних до кепочек, все, что хотите. Вот скажите, на сегодняшний день понятно, что Новый год — это маскарад. Да, как-то абсолютно можно себе позволить немножко выйти, раскрепоститься, да, за рамки всего. Но по большому счету, сегодня российский гражданин, мужчина, женщина, парень, девушка, мы как насчет трендов в моде? Если вот не разграничивать на полость, опять же, в данный период, то в 2020 году
Тренды нам диктует, конечно, Америка, Италия, Франция. Они, по-моему, всегда диктуют. Ну, они всегда и продолжают в данный момент диктовать. В данном году будут модны кислотные, новые молодежные оттенки к тому, чему мы с вами не привыкли. Это неоновый, кислотно-зеленый, кислотно-оранжевый. Но одно условие – все это нужно сочетать с черным цветом. Тогда это черный будет стильно. Цвет. То есть мы уже практически… Мы в тренде, Но нужно знать грань, и чтобы не выглядеть как скомороха, чтобы не быть абсолютно в этом цвете. Давайте разделим, коль мы сейчас говорим о трендах 2020 года, то все равно классическая одежда остается. Я вот перед Новым годом ходил по всевозможным торговым центрам, я это делаю редко, не любитель, ну и делал для себя какие-то выводы. Понятно, что мы уже пережили период, одежды узкая, широкая, сейчас узкая, то есть подстреленная, как говорят, да, в некоторых кругах. Вот давайте начнем так. Мужская одежда классическая на сегодняшний 2020 год, как она будет выглядеть? А мужская классическая одежда, она выглядит, допустим, есть такие марки, итальянские костюмы, классические. Опять же, я могу вам сказать, Николай, это опять возрастная категория, вы меня поймите. Мужчины возьмем такой. Мужчины до 30, да. Но менеджеры бывают немножко разные. Мужчины... 25-45 или это уже разные? Нет, это разная абсолютно категория. Категория у нас где-то идет от 16 до 30. То есть, если в вашем понимании, ваши ровесники, вы понимаете, костюм, ботинки, пиджак, это такое, то немножко тренды сменились. Если вы можете увидеть абсолютно спокойно мужчину в рубашке, в кроссовках, в классических абсолютно брюках, но в то же время пиджак на футболку. Я уверен, что вы такое видели. Но все равно пиджак и брюки остаются. Или пиджак один, даже джинсы могут быть, но пиджак Да, абсолютно верно. Пиджак остается. Пиджак стал более приталенным, вы понимаете. Раньше он был более распахной. В 90-е это были малиновые, абсолютно другие пиджаки. Для нас, больших людей, это всегда проблема, приталенные вещи. Да, но это все-таки, да, даже человек должен располагать. То есть приталенность остается, вот эти вот подрезанные рукава, все это остается. Остается, да. Как долго, кстати, это будет происходить? Ну, вы знаете, это будет происходить, все это будет происходить. Сходить, как и молодежь, уже будущее поколение, которое наступает на пятки грядущему, это от 14 до 17-18 лет. Но я всегда смотрю на моду, смотрю на молодежь, на подростков, и от нее это всегда такая тенденция. То есть как только они начнут носить мешочки на себе, значит тогда, в принципе, в женской моде это уже произошло. Я могу вас уверить, что женщины стали носить, особенно в Европе, оверсайз. Вы понимаете, что это крупные, большие. Балахоны. То есть она худая абсолютно, но носит большое. То есть это модно, это удобно, накинула, пошла. Ну хорошо, вернемся. Итак, классический вот такой костюм можно сочетать мужчинам там до 30 лет с футболкой, с кроссовками, но которые, естественно, тоже в неком таком тренде должны быть. Конечно. Кроссовки не для того, чтобы спортом заниматься, а чтобы на работу уходить. Тут еще такой один момент. Носки, их присутствие, отсутствие и длина самого там, потому что сейчас так иногда присматриваешься, вроде и не видишь его даже. Нужен ли носок сегодня для классики? Носки, да, к сожалению, стали абсолютно другими. Да, действительно, я тоже привык к более классическим носкам средней длины. А молодежь сейчас предпочитает короткие носки. Или же это могут быть очень длинные носки, которые натягиваются прямо на штанину. Ну, на противоходе, да. Да, да, то есть тут абсолютное противоречие. То есть носки в любом случае остаются, потому что, неудобно. Конечно, абсолютно неудобно, но, тем не менее, они видоизменились абсолютно. Это не те классические носки. Черные, мы привыкли, допустим, всегда черные носки. Ну, белые летом, темные зимой. И... Раньше всегда только черные были, даже белые. Да, я вот так говорю, да, в основном были темные. Очень да. удобно было. Сейчас, допустим, молодежь любит абсолютно цветные, кислотные, если вы обратили внимание, носки. То есть они должны быть с принтами, абсолютно разные. Хорошо, есть... но вот если даже носок, все равно же какой-то цвет должен быть в твоей одежде, если говорить о стиле. Значит, какой-то, может быть, колечко или какой-то часы. Если красные носки и красные...
Вы знаете, все-таки именно бижутерия украшений, они не пересекаются носками, с носками пересекается ремень. Это может быть сумка. То есть именно украшения не имеют никакого отношения к мужской моде именно. Так очень много. Сейчас мы тогда женщину посвятим вторую часть, а мужчина даже поговорить сначала о мужской моде. Вообще, существует она или нет? Еще такой вопрос. Вот эта оголенность, да, с появлением вот этой моды, когда приталенность, да, все подрезано, рука больше видна, да, опять же, носки, летом еще и живот у некоторых выползает. Вот как вы считаете, для мужчины вот эта оголенность, она не слишком все-таки... Но если, носки, если, допустим, видна щиколотка действительно в носках, то это, в принципе, ничего такого страшного. А если действительно оголен живот или тебе не по размеру вещь, какая бы она ни была стильная, она не годится. То есть надо понимать, что такое талия. Надо найти, конечно, значит, обязательно надо понимать, что такое талия. И даже если у вас нет, то этот притальный пиджак можно носить на распах, допустим. Но он будет вас суживать в то же время, понимаете? Потому что когда здесь оборочка, она дает небольшое сужение в этой зоне. И вы визуально смотритесь меньше. Хорошо. Ну а остальная одежда, вот тренды мужской, будем брать опять же такой вот возраст, которому не все равно, в чем он ходит. Что это будет? Будут вот эти вот, я смотрю сейчас, длина увеличилась, там пуховики длинные прям до пола. Да, это называется парки, да. Это именно называется парки. Действительно, это модно и в Америке, и в Италии, и во Франции, чтобы были объемные куртки. У нас, поскольку страна северная, мы привыкли к натуральному меху. Я тоже немножко с европейцами не со всеми согласен, потому что они говорят, эко-мех, это действительно хорошо, это окружающая среда, но мы знаем своих исконно русских людей, которые вы писали 100 лет назад, попробуй в эко-мехе проходить, да, допустим, когда морозы. Ну, тогда и морозы другие. Да, были. Да, поэтому нужно в любом случае мех. И, конечно, Россия и мех – это неделимые вещи, я считаю, и мы немножко по-другому воспринимаем мех. То есть нам мех нужен не для длины, не для красоты, а для тепла? Для тепла, да. Хорошо. Но длинные вещи вот в тренде, да? Длинные абсолютно. И пуховики абсолютные в тренде, парки в тренде. Должны быть большие, должны быть удобные. Плащи какие-то? Плащи. Или плащевидные такие? Ну, на меховой подстежке, чтобы это было. Потому что вы понимаете, что, допустим, зимой, это сейчас у нас такая погода достаточно-таки теплая. Ну, хорошо. Мы сейчас сделаем паузу. И во второй части поговорим уже о женской моде. А в финале нашей программы я попрошу вас, немножко пробежимся, что там нас весной ожидает, а то мы все о зиме, да о зиме. Напомню, что у нас в студии Роман Мамедрзаев, ведущий топ-стилист, а это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Говорим о красоте, о модных трендах наступающего повторно 2020 года. У нас в студии Роман Мамедрзаев, ведущий топ-стилист, кстати, член Союза Академии парикмахеров Великобритании, да? Правильно понимаю? Да, все абсолютно правильно. Вот, мы поговорим немножко о волосах, но сейчас мы обещали о женщинах, поэтому о женской моде, а потом перейдем к главной части, вот иногда для многих это волосы, особенно женские волосы. Мне особенно приятно будет об этом поговорить. Вот, скажите, пожалуйста, Роман, женские тренды 2020 года. Тут, конечно, немного, наверное, и сложнее, и проще, потому что все женщины примерно себя считают 18-летними, или там тоже разная мода должна быть? Ну, вы знаете, вот, допустим, у нас есть в России такое мнение, хотя оно пришло абсолютно где-то с 60-х годов. Прошлого века. Да, прошлого века, абсолютно верно. Женщины тогда начали вот это вот было. Стричь первые короткие стрижки. А, потому что до этого, если вы знаете, в России были только косы. Если короткие волосы, значит, это считалось что-то не совсем в порядке. Но с 60-х годов пришли короткие стрижки. Пришли стрижки Мэри Матье, знаете, вот такие вот. И многие женщины... Она до сих пор ее носит. Да, я знаю. Но ей действительно неплохо, и она с этой стрижкой живет. И наши многие женщины тоже, увидев это... Но советские женщины вообще делали прически и платья под кого-то. Да, да, это было так, да. Но, к сожалению, эта мода все-таки, она не уходит за один день, она идет с корней, она идет достаточно долго, она идет, я бы вам сказал, столетиями. Чтобы переформироваться заново, это нужно не так много времени. Ну, хорошо, мы о волосах. По длине я хочу, вот, чтобы самое главное, это самая у женщин такая наболевшая тема по длине волос. В 2020 году абсолютно нет разницы, какие у тебя волосы, короткие, длинная стрижка, должно быть стильно.
Не должно быть женских стрижек височков, вот таких, знаете, как мы привыкли. Mm-hmm. Должны быть какие-то длинные рваные челки, даже, может быть, поднят затылок. Mm-hmm. Это могут быть каре, это могут быть удлиненные каре, mm-hmm. классическая каре Клеопатра с челкой. Mm-hmm. Кстати, первое каре действительно было изобретено Клеопатрой. Первая стрижка, хотя тогда еще в то время, вы представляете, ходили мужчины вот с такими волосами. Да. Клеопатра первая была, которая покрасила волосы углем в черный цвет. И действительно сделала... Видимо, седина пробивалась? Возможно, этого я вам не могу достоверно сказать уже в данный момент, но вот она одна из первых, которая сделала эту стрижку. Стрижка эта выполнялась под горшок. Вы понимаете, одевался горшок и обстригалась... ножницами или ножом эти волосы. Ну, кстати, на Украине, и, да и в Белоруссии, да и в некоторых там на Кубани под горшок стригли замечательно всегда. Да, да, да. Вот это была такая традиция. Ну, хорошо. Скажите, а когда мы увидим женщину с исконными волосами? Вот я помню, даже еще будучи совсем маленьким, у меня мама была очень длинная коса. Ну, буквально, ну, не до пола, но почти. Вот куда это ушло? Женщины перестали ухаживать за своими волосами? Вы знаете, я на самом деле сам действительно любитель длинных волос. И я люблю женщину с длинными волосами. Mm-hmm. А вот одна большая тенденция, вот вы говорите про маму. Раньше была немножко другая экология, когда ваша мама жила, не было такой загазованности. Волосы бы оставались вот чистыми. Вот я в это не верю, честное слово. Волосы по-прежнему растут. Нет, волос растет, я имею в виду, они были более чистыми. То есть, она помыла крапивой их, да? И все, заплела косу и пошла. То есть, я люблю действительно длинные волосы, но для города действительно вот такая вот длина, я называю пальто, когда действительно очень длинная. Волосы пальто. Да, потому что когда она переходит за колено уже, это очень длинно. Я люблю длину где-то, чтобы у девушки закрывалась грудь. Mm-hmm. Вот такая вот длина. То есть тут каре, и тут как раз хорошо. Почти будет прям как Нет, именно одной сплошной длиной, вы поняли, Да. То есть это действительно красиво, и по опросу американских психологов, 80% мужчин, mm-hmm. им показывают женщину, обладательницу коротких волос и длинных, и 80% мужчин предпочитают женщин с длинными волосами. Так уж сложилось. Потому что, как мне кажется, женщина с короткими волосами, ее надо больше добиваться, чем с длинными, нет? Ну, есть такое. Даже если по фильмам посмотреть, всегда вот женщина с короткими волосами, она какая-то такая воинственная, а женщина абсолютно с длинными волосами, она такая вот домашний очаг. Вот по поводу добиваться я вот тут ничего вам не могу сказать, а по поводу непосредственно то, что женщина становится более мужественной, на примере Жанны д'Арк, если вы помните ее с длинными волосами. Помню, как сейчас, да. И с короткими волосами, ну, на картинах, то вы можете понять, что абсолютно более мужественной становится лицо, более острые черты, и короткая стрижка, она абсолютно не для всех. И женщина должна понимать, как ее носить. Наверное, стилист должен подсказать, да? Ну, вы понимаете, стилист подскажет, уложит. Но вы понимаете, если длинные волосы девушка сделала у стилиста, ушла, она может помыть голову, там, 2-3 дня собрать хвост, собрать пучок, она может трансформироваться. А девушка с короткими волосами, она ходит в одном образе постоянно. Ну, да. И она должна их каждое утро мыть и укладывать. Хорошо, у нас не так много времени, мы вернемся еще к волосам чуть-чуть позже. Хорошо. Вот сейчас о стиле. Вот весна-лето, к чему женщинам готовиться в этом 2020 году? С мужчинами мы поняли, по крайней мере, в классической одежде. Это тот же пиджак, костюм, но с таким, в общем-то, практически не офисным вариантом, там, футболка или кроссовки. С молодежью это какие-то кислотные всякие вещи будут, да? То есть будут продолжаться вот эти тенденции, mm-hmm. которые сейчас есть. Вот. А что касается женщин, что им... К чему готовиться, на что откладывать деньги? Наши женщины, безусловно, красивые, и они берут своей харизмой, в первую очередь. Это, я считаю, что платье обязательно. В каждом гардеробе у женщины. То есть платье как платье? Маленькое черное платье должно присутствовать на любой случай жизни, вы понимаете. То есть, да. А женщина в нем более сексуальная, женщина в нем более притягательная. Это могут быть летящие воздушные платья с воздушной юбочкой, более приталенные. А если дамы не располагают какими-то идеальными формами, то это могут быть... Наоборот, как раз идеальными. А, ну да, да, да. С точки зрения рубинсовских. Да, да, тогда это более чуть-чуть платье свободного кроя. Угу. Опять же, это не умирающий черный. Красный классика. Вот в красном должно быть именно... Это должен быть не морковный, не бордовый ни в коем случае. Это должен быть красный, алый, классический цвет. Голливуд. Вот так и называется. Красный Голливуд.
Так, ну это как бы классическая история. И белая одежда, да, она присутствует. Принтовые цветы очень сейчас в этом году будут актуальны. Лилии, разные цветы. И вот это будет действительно актуально в моде. Даже, может, какие-то жостовские мотивы. Да, действительно. Но только не нужно путать жестово с хохломой. Надо женщин предупредить, потому что это немножко совсем разное. И жель на себе не всегда. Да, и это тоже совсем другая история. Хорошо. Скажите, а вот вообще я хотел бы еще коснуться такой темы, что сегодня самый разный возраст, ну, прежде всего это касается совсем уж молодых ребят и девчонок, и так где-то до 40, люди, которые пытаются, в хорошем смысле слова, молодиться, вот они пытаются носить так молодежную одежду и вот бренды. Их так у нас пяток, наверное, наберется, мы называть их не можем в программе, да и зачем, потому что мало кто знает, как они появляются, но есть такое ощущение, что все это делается на одном большом заводе в соседних государствах, и потом просто вот ты на себе что-то носишь, либо на обуви какие-то отметки, либо на груди, как это всегда было у нас принято, либо еще такие торчат сейчас всякие такие специальные штучки, которые тоже прославляют тот или иной бренд. Это маскарад все-таки? Это, я считаю, что в высокой моде это маскарад, это украшательство. Одежда должна подходить не по бренду, по цвету лица, под оттенок глаз. Ну, смотрите, бренд, ведь вот если на молодежь посмотрим, да, футболка есть, обязательно должен быть определенный рюкзачок с какой-то, да, на нем тоже висеть должен брелок. Дальше кроссовки обязательно надо, чтобы все видели, что за фирма. Носки те же самые, трусы у нас тоже. Все, ты идешь такой весь забрендованный. Вот это что, это безвкусица? Ну, вы знаете, вот когда люди не понимают, что на себя одевают, одеваются, как вот наша красивая новогодняя елка. С шариками, со всякими. Можно действительно делать, как мы с вами обсуждали, какие-то маскарадные, какие-то новогодние, какие-то вот такая яркость, она может присутствовать. Но в общем и целом нужно придерживаться того, что тебе идет, и того, что в чем ты себя сам ощущаешь, потому что как таковая мода это очень. Может, кому-то и хочется быть елкой, еще и здесь что-нибудь. Если хочется, ради бога. Если вот хочется человеку, вот он себя чувствует. Но я думаю, что это период возрастной, потому что. Вы говорили о кислотности, да. Мы же видим уже молодые ребята. Ну ладно, девчонки, а сейчас мы видим и ребята, да. Вот тут у нас были скандалы в некоторых школах на территории Российской Федерации. Уже красится ваш. Мне-то, например, в какой-то степени даже интересно, что, видимо, это у человека. Я считаю, что это комплексы определенные, да, когда человек пытается себя украсить, как с другой стороны, мода же на этом зарабатывает деньги, в том числе и ваш брат-стилист. Потому что чем больше вот этих вот фишек придумывается, тем больше вы зарабатываете, нет? Ну нет, я с этим с вами абсолютно не соглашусь. Тут уже, ведь именно подростки, которые красятся в этот цвет, они идут, покупают краски пачку, вы понимаете, и это зарабатывает на этом уже косметическая компания. А никак не стилисты, увы, а именно косметическая компания. Но кто-то же продвигает эту историю. Вы знаете, вот эта вот кислотная мода, она пошла с Кореи, и очень много корейских мужчин, молодых парней, которые красятся абсолютно в кислотные цвета, абсолютно в кислотные челки. Для корейцев, для азиатов это действительно что-то новое, потому что у них в основном темный цвет волос. Они уже за 1000 лет устали от этого, они хотят выйти за эти рамки и хотят показать свою яркость. А у нас это еще не очень вошло, потому что у нас больше разноплановых волос. У нас славянки, у нас разноплановые волосы. Если, допустим, вы сами понимаете, что азиатка, это может быть темный, черный, ну, максимально темно-каштановые волосы, то у славянки это может быть русый, коричневый, рыжий, белый, черный, абсолютно любой. Поэтому здесь уже как бы границ больше. Хорошо, я тут недавно слышал разговор двух женщин, совершенно случайно. Не подслушивал, просто не так громко, знаете, как женщины иногда разговаривают. И они что-то по поводу мужской бороды. И там прозвучал такой тезис, что настолько, мол, модно стала борода, что все мужчины пытаются носить бороду, кто маленькую, кто большую. И мы сейчас видим кучу специальных даже парикмахерских или салонов, говоря. Барберы, да. Если правильно вот, будет. Да, но все равно это парикмахерская по-нашему-то, вот, по-простому. Почему вот такой мужской тренд на бороду? Что, мужчина не может ничем другим взять
только бороду может показать его мужское отличие. Я абсолютно с этим не согласен. Как бы это заметьте, то... я говорю при этом с бородой. Это абсолютный выбор, личное дело каждого, ходить с бородой. Я работаю 15 лет с женщинами, я могу вам сказать, что многие женщины не любят бороду. Угу. То есть вам, может быть, какие-то попали женщины, которым там нравится борода, действительно. Есть, которые не любят бороду. Даже есть... Но есть такой тренд сейчас вот в России, что люди... Которые любят усы. Есть женщины, которые еще старая мода, и они придерживают, что они любят усы. Действительно, им нравится. А усы — это старая мода? Усы — это, я не могу сказать, что это старое. Это пошло у нас тоже где-то а-ля мексиканец такой, вы поняли. Потому что в Мексике это еще есть. Это осталось, действительно. То есть сейчас мы просто должны заканчивать. Сейчас для мужчины... Образ мужчины, такой идеальный волос, расскажите, что должно быть на нем. Мы о женских волосах рассказали, теперь о мужских, и будем прощаться. Мужчины в этом году, 2020 год, это в основном более короткие стрижки с выбритыми висками. Либо это длинные волосы, собранные в хвост. Либо это просто абсолютно короткие спортивные стрижки, которые удобны мужчинам, которые активные мужчины, которые ходят в спортивный зал, у которых нет времени, ну, на долгое украшательство себя, которое действительно помыл, сделал и все. Ну и в завершение у нас совсем скоро наступает Старый Новый Год, Роман, и вас я попрошу обратиться к нашим телезрителям и телезрительницам, которые собираются встречать праздник. Мои дорогие люберчане, я желаю вам в новом году удачи, здоровья, оставаться красивыми, неповторимыми и быть всегда в хорошем, позитивном настроении. Это залог любой удачи и любого успеха. Всего вам самого доброго. Спасибо огромное. Роман Мамедрзаев, ведущий топ-стилист, член Союза Академии парикмахеров Великобритании, был гостем нашей сегодняшней программы. С наступающим вас Старым Новым Годом! У вас все будет замечательно, я в этом уверен, потому что вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.